Привет, друзья. Почему сказано, что слово сказанное ложь? Ну, просто потому, что невозможно в одном ролике, например, в коротком, ну, допустим, даже в часовом длинном. Ну, невозможно идеально все сказать, чтобы все туда вместить, чтобы не нашлось критического замечания, не нашлось неправильного прочтения или неправильно выраженной мысли для кого-то. Но не бывает так, поэтому у меня там в прозе Ро или в стихах Ро, там, если кто хочет, посмотрите, написано, что лучшая песня еще не спетая, лучшие стихи еще не написанные, потому что все, что написано, все, что спето, но всегда можно найти какую-то фразу, в которой там можно ее раскритиковать, а лучше уточнить, что под этим подразумевалось. Поэтому целое искусство задавания друг другу вопросов, раскрытие смысла слов, это как раз-таки настроено на взаимопонимание, чисто человеческий, синергетический диалог. Да, друзья, давайте будем учиться этому. Давайте, потому что я много постов читаю, вы не думаете, что я не читаю. Я комменты читаю все. Читаю, стараюсь вникнуть. Понять, потому что от нас сейчас зависит создать науку человечности. Я сейчас вижу, как многие-многие слова мои, ваши, чьи-то, и того, кого не знаем, его тоже. Ну, трактуется по-разному, потому что человек пишет какую-то фразу, полагая одно, а человек читает, полагая другое. Поэтому нужна наука человечности. То есть все понятия должны быть определены. И любовь, и страдания, и совесть, и человечность. Да, все должно быть определено. Это же и есть наука, когда определены понятия. Чтобы не было такого, ну, как хочешь, так толкуй. Ну, каждый понимает по-своему. Да, поэтому наука. Я еще раз почему это сделал ролик, чтобы объяснить. Чтобы объяснить, почему нам нужна наука. Наука человечности. Да, друзья.